Олененок пошел в рост. Детеныш, которого несколько дней назад приютили в центре помощи диким животным в Раполово, наконец начал есть. Малыш, очень похожий на знаменитого диснеевского Бэмби, прибавил в весе 20 граммов. Напомню, кроху подобрал дачник в Выборгском районе Ленинградской области. По словам мужчины, животное плакало. Несколько дней специалисты центра пытались накормить олененка, но он отказывался от молока и вообще вел себя крайне настороженно. Теперь он, видимо, освоился и начал принимать пищу. В приюте отмечают, это большая удача. Лосей и косуль сложнее всего выкормить в неволе. Но малыш смог довериться людям и, похоже, даже успел полюбить своих спасителей.